Дамы и господа, мы продолжаем, и я хочу подвести сегодняшние события к серии супербоев. Итак, у нас впереди первый супербой вечера, вес до 70 килограмм. Его проведут две прекрасные половины человечества. И я объявляю первую из них. Боец из России, Санкт-Петербург, выступающая за бойцовский клуб «Prince Time International». Ее вес 68 килограмм. Рост 173 сантиметра. Возраст 22 года. Рейтинг в ММА 5-1. Действующая чемпионка мира смешанных единоборств по версии Bushido FC MMA. Самая красивая девушка в мире ММА – Яна Куницкая! Организаторы решили внести в программу данного события, а конкретно Verdict Fighting Championship, в том числе и женский бой. Я своего отношения к женскому ММА никогда не особо скрывал, как и женским единоборством в частности. Но это вполне, ну, первое, это их право, а второе, для разнообразия, для картинки, ну, почему бы нет. Тем паче, что девушки занимаются уже давно этим делом профессионально, я имею в виду ММА, и сделали себе очень серьезное имя на ниве боев смешанного стиля. Пожалуйста, Яна Куницкая, представительница России, Санкт-Петербурга, 5 побед, 1 поражение, 22-летняя спортсменка, чемпионка мира по версии Bushido FC. В промо-ролике ее заявили как самая красивая девушка в мире ММА. Ну, женская красота, это, знаете, дело такое спорное. Красивая, вне всякого сомнения, но самая красивая. Давайте не обижать других девушек, которые занимаются этим прекрасным видом спорта. Рост 178 сантиметров, 21 год. Двукратная чемпионка России по тайквондо. Чемпионка России по кикбоксингу. Действующая чемпионка России по карате. Девушка, удар, молот, Екатерина Сарайкина! Ну и противостоять Яне Куницкой будет Екатерина Сарайкина. Это ударник, ударник от бога, конечно. Лично мне добавить нечего, девчонка очень здорово выучена. Очень классно работает и на руках, и на ногах. Титулы только что заявили. Здесь лично у меня возникает всегда только один вопрос. А как у нас с борьбой? Куницкая очень здорово борется. То есть она в партере способна сопернице предложить какие-то неожиданности. А, двукратная чемпионка России по тэквондо, чемпионка России по кикбоксингу, чемпионка России по К1. Это все-таки, согласись, не базовый борец. В красном углу действующая чемпионка мира смешанных единоборств по версии Bushido FC ММА Яна Куницкая. В синем углу действующая чемпионка России по К1 Екатерина Сарайкина. Первый раунд! Готовы? Да Яна рвется в бой. Вот женские бои, они чем всегда отличались? В первую голову они всегда отличались бескомпромиссностью. То есть нельзя сказать, что они были там злее или не злее, но они... Такая ярость всегда присутствовала. Ну, что и будет делать Яна? Яна сделала то, что умеет делать очень хорошо. Сразу прошла в ногу. На ногу, позиция сбоку. Буду придумать болевой прием или забивать, конечно. Есть хороший прихват. В принципе, из этой позиции можно поработать. Ага. Ну, здесь регламент такой, что можно, да, что будут поднимать. Будут поднимать, и прием делать до победного, может быть, просто не всегда успеешь. Очень недоброе выражение лица у Екатерины Сарайкиной. С места в карьер. Вперед. Только до результата. Ага. Вот то, чего и следовало ожидать. Те приемы, которые в кикбоксинге не столь
не самом идеальном исполнении тебе выйдут боком. Здесь как раз будет выходить именно боком. Есть фулмаут. Пошло забивание, кстати. Пошло забивание. Остановка? Да нет. Или остановка? Просто не допускает пока рефери такого серьезного кровопролития. Я со своей стороны не могу сказать, что Катя находится в состоянии нокаута. Но возможно, что посчитал как пассивную защиту. Виталий Вов, да, такого. Такого, как и есть забивание, как оно и есть. Поздравляю Елену Куницкую. Ну, Екатерина Сарайкина не смогла своей ударной техникой ничего противопоставить. Знаете, всегда все-таки смешанное ощущение от женских боев. Не могу сказать, что они мне сильно нравятся. Ну что, за счет чего? Да, удар, пассивная защита. Судья абсолютно был в своем праве остановить.